Архангельский ЦБК планомерно модернизирует производство. Комбинат построил комплексную систему менеджмента зеленой трансформации. Что это значит? В прошлом году ЦБК сохранил динамику сокращения негативного воздействия на окружающую среду. А затраты комбината на выполнение природоохранных мероприятий составили 595 миллионов рублей. Внедряемые комплексные решения, помимо экологизации производства, несут и дополнительные эффекты. Так, при увеличении производительности к 2022 году снизили сброс загрязняющих веществ в водоем на 15%, в атмосферу на 30%, а захоронение отходов больше, чем на 10%.